сейчас такое действие. То есть вы входите, начинает давать боковым ударом. Да? Боковым ударом. Вы входите в кулаки. И что ваша задача? Просто дайте клин. Все, взяли, накрыли. Взяли, накрыли, вот. Вот, башку здесь накрыли. И как всегда. То есть входим как торпеда. Задача не остановиться, задача не защитить, чтобы он меня плечом не бьет. Но прикрыли. Видите, вот головой если уперся, укрест. Головой уперся, это дополнительно сделал цветочек. Ну, умеешь, как вот стул выбиваешь сквозь водопад. То же самое за нос угрыть. Он сразу туда молочек хлоп. И мы его оп. Наверху. Видите, как больше? Голову прижал, здесь даст. Начинаем работать второй рукой. Все, понятно, да? Задача одна. Торпедой войти. Вот этим клином входим, мы закрываемся. Причем наша задача воткнуть ему коленом в пах или в кузов, там, как пойдет. И после этого только уже еще внушаем по голове и его прижимаем к полу. Работаем.